Здравствуйте, вы на канале «Правильный выбор», и сегодня я вам расскажу о духовом шкафе Electrolux OED5H70X. По традиции, ссылки на магазины с актуальными ценами я оставлю в описании. При подготовке этого обзора я очень старался и надеюсь, что мои труды не напрасны, и вы оцените видео лайком и напишите приятный комментарий. Рекомендую вам включить колокольчик и подписаться на наш канал, чтобы оставаться в курсе новых видео. Благодаря использованию пара, духовой шкаф серии 600 Steam Bake поможет создать аппетитные маффины и идеальные пироги у себя дома. Вы также оцените равномерность приготовления жареной курицы, лазаньи и рыбы. Хрустящая корочка и пышная выпечка одним касанием. А в дополнение к хорошей функциональности устройства обладает шикарным внешним видом, перед которым не устоит ни одна домохозяйка. Устройство идеально впишется в любой современный интерьер. Режим с паром Steam Bake позволяет приготовить булочки как в любимой пекарне, не выходя из дома. Влажная среда в начале программы поможет тесту полностью подняться, позволяя добиться восхитительно нежной мякоти, а в завершении программы сухой нагрев придаст румяную корочку. Вы оцените не только великолепную выпечку, но и жареную курицу и рыбу. Все вкуснее с паром. AquaClean упростит очистку. Уборка после приготовления не должна быть тяжкой повинностью. Этот духовой шкаф использует для самоочистки силу влажности. Система AquaClean испаряет воду на дне духового шкафа, и пар размягчает остатки жира и брызг, которые в противном случае было бы трудно удалить с поверхности. Это естественным образом упрощает очистку. Сенсорный дисплей с таймером позволяет с легкостью отслеживать состояние блюд. Он также позволяет задать точное время приготовления и следить за готовящимися блюдами. Контролировать процесс приготовления стало еще проще. Теперь вы сможете сконцентрироваться на раскрытии своего кулинарного творческого начала. Равномерное приготовление быстро и эффективно. Циркуляция горячего воздуха по всему объему духового шкафа обеспечивает равномерное приготовление. Все это без необходимости поворачивать блюдо. Данная технология ускоряет разогрев духового шкафа, экономя как ваше время, так и электричество. Оцените равномерность приготовления на нескольких уровнях. Дополнительный нагревательный контур обеспечивает равномерный нагрев на трех уровнях. Это идеальное решение для выпечки на скорую руку и пышных пирогов. Я проанализировал отзывы реальных пользователей этой модели и выделил, на что в основном они жалуются. В режиме нижнего нагрева духовка долго греется. Конденсат скатывается по внутренней части стекла и попадает в шкафчики. Цена. Нет автоочистки. Очень сильно воняло при первом запуске. Когда работает вентилятор, воздух дует наружу. Может обжечь горячим паром при открывании. Сенсорные кнопки. Теперь перейдем к положительным отзывам. Отличный внешний вид. Интуитивно понятное управление. Легкость в очистке. Доступная цена. Европейская сборка. Тройное остекление. Можно готовить с паром. Много режимов работы. Дверка с доводчиком. Возможно, вы уже стали владельцем такого духового шкафа и поделитесь в комментариях с нашими зрителями своими впечатлениями от использования. А я напоминаю, что ссылки с лучшими ценами находятся в описании. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и включать колокольчик. Всем пока!